Картошка потертым через теркой средний. Через терку лук протерем. Туда добавляем немножко сметаны, чтобы картошки не потемнели. Перекидываем на дуршлаг. Фарш у меня здесь куриное филе и телятина. Сюда добавляем лук. И приправа, соль. Хорошо перемешаем. Фарша сделаем шарики для начинки. Потертой картошкой немножко выжимаем, что сок вышел. Не очень сильно, чтобы не было суховато. Это мы пока откладываем. Соль, перец. Одно яйцо. Перекладываем. Сок картофеля выливаем. А вот это остаток крахмала добавляем картошку. Сейчас формируем наши колдуны. Сделаем немножко ямочка.
положим сюда фарш. Вот такой получается. Растительное масло. Будем жарить с трех сторон. Переворачиваем на третий бок. Противень мажем сливочным маслом. Перекладываем колдуны. Накрываем фольгой. Сто 180 градусов на 30 минут. Снимаем фольгу, еще оставляем 5 минут. Прошло 5 минут, достаем. Ох, такая красота получилась. Такая вкусняшная, просто супер.